колющие, режущие. Документы готовим. Rossiyada yashayotgan hamyurtlarimiz diqqatiga. Hujjat muammolari qiynab yubordimi? U holda biz sizga o'z xizmatlarimizni taklif etamiz va barcha muammolaringizni bartaraf qilamiz. Patentni bekor qilinganini aniqlash, rus tili bo'yicha sertifikat rasmi, registratsiya, patent, medkomissiya va shu kabi sizga kerakli hujjatlarni oz fursat ichida va qonuniy tarzda hal qilib beramiz. Murojaat uchun ekranda ko'rib turgan raqamingizga qo'ng'iroq qilib, muammolaringizdan xalos bo'ling. Полицейские проводят профилактическую операцию «Нелегальный мигрант». Накануне сотрудники подразделения по вопросам миграции совместно с участковыми и бойцами Росгвардии проверили один из строительных объектов в Тагилстроевском районе. На рабочих местах правоохранители застали порядка 30 иностранных граждан. Документы оказались не у всех. Около 10 гастарбайтеров доставили в отдел полиции номер 19 для разбирательства. Ранее на этом же объекте сотрудники полиции выявили ряд нарушений миграционного законодательства. К административной ответственности были привлечены иностранные граждане и их работодатели. В отношении юридических лиц административные материалы направлены в мировой суд. В целом сотрудники полиции проверили более 400 иностранных граждан, 185 объектов и более 50 мест компактного проживания иностранцев. Правоохранители выявили 75 нарушений режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и 30 нарушений правил привлечения и использования иностранной рабочей силы. Возбуждено 6 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на учет. Суд рассмотрит материалы о депортации 6 гастарбайтеров. Начал понимать просто. Улица где находится? Колющие, режущие. Документы готовим. Barcha rasmiy ketuvchi chet fuqarolarni